В столице продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил глава управления здравоохранения Борис Гылко на оперативном совещании в примарии Кишинева. По словам чиновника, количество койко-мест в больницах для больных гриппом вновь пришлось увеличить. К 9 января зарегистрировано 163 случая заболевания гриппом, из которых 97 – дети. Ситуация настораживает. В отчетах муниципальных больниц говорится, что поступает все больше пациентов, нуждающихся в госпитализации. Это больные гриппом, ОРВИ, дети поступают с симптомами пневмонии. Можно говорить, что уровень эпидемиологической опасности повышен, если не считать, что эпидемия гриппа может уже началась. Тяжелее ситуация в больницах для детей, добавил Гылко. В детской клинической больнице инфекционных заболеваний при доступных 100 койко-местах госпитализированы 110 детей. У 67 грипп подтвержден. Мы продолжаем искать возможности организации дополнительных койко-мест. В первой детской больнице у нас также 100 койко-мест, а госпитализированы 125 детей. Мы и здесь задействовали дополнительные койки. По мнению Бориса Гылко, реальное число заболеваний гриппом может быть куда больше официальных данных. Мы провели анализ и пришли к выводу, что реальное число заражений гриппом куда больше официальной цифры. Просто-напросто не все имеют возможности провериться лабораторно, и почему-то не все семейные врачи рапортуют о симптомах гриппа у своих пациентов. По прогнозам Главного управления здравоохранения Кишинева, число заболевших гриппом будет расти вплоть до конца января, после чего должно пойти на спад.